Доброе утро, Данила. Доброе утро, друзья. О чем шумит народ в сети? Сложно проигнорировать такую новость, что 3 ноября у нас наконец-то официально стартовали продажи того самого долгожданного iPhone 10. Девятку пропустили, сразу 10-й, и вот он не оставил людей равнодушными. Да, и это хорошо, что ты, кстати, вспомнила о том, что девятку пропустили, потому что по этому поводу тоже существует много шуток. Дело в том, что компания Microsoft, она тоже пропустила девятку. Они делали Windows 7, Windows 8. А потом почему-то сразу появилась Windows 10. В очереди кто-то стоял за девяткой? Были такие? Это было бы смешно, да. По этому поводу тоже как-то отшутиться, особенно на тех людях, которые совершенно не следят за тем, что происходит. Но огромное количество людей, которые следили за тем, что происходит, они пришли к магазину, который начал торговать айфонами 10-ми, должен был начать торговать в Москве. За неделю до начала продаж они там буквально жили. Сначала, значит, появились неофициальные списки. Люди составляли эти списки, там постоянно делали перекличку, кто там на 13 месте, кто там на 21 и так далее. Я помню эти времена. Я помню, я за магнитофоном стоял. Вот. И самое-то интересное, что если человека не оказывалось в этом самом списке, в этой перекличке, его вычеркивали, да. То есть он мог отстоять, допустим, 4 дня. Потом перекличка. Ты не оказался на месте, отошел там. В конец очереди. Мне кажется, люди больше хотели не iPhone, а именно вот. Так сплотиться, устроили там некое реалити-шоу и стояли за этим. А так оно и было, потому что съемок было достаточно много. Мало того, начали выпускать инструкции, как правильно стоять в этой очереди. Интернет, безусловно, не мог не отреагировать на... даже не на очередь саму, а на сам выпуск iPhone 10. Да. А, не на ажиотаж, наоборот. Нет, не на ажиотаж, а на само событие. На само устройство, потому что оно оказалось... Оно очень сильно отличалось от всех тех, которые выходили до этого. Во-первых, оно получило такую функцию, как Face ID. Да, Face ID — это когда разблокируется устройство по лицу. Да? Ну, конечно, как тут было не отшутиться, потому что не у всех, в общем, лица могут подойти из первого раза. Ну, вот, допустим, давайте обратим внимание на картинку, где сверху написано Face ID, а снизу вот те самые женщины в хиджабах, потому что, ну, представьте, как женщине в хиджабе разблокировать свое устройство, если оно все время закрыто. Это, во-первых. Во-вторых, по глазам. По глазам. Во-вторых, можно же другой женщине в хиджабе подойти и разблокировать устройство. Слушайте, это вам, мужчинам, так кажется. На самом деле, по глазам легко отличить можно человека, и робот с этим справится. Вот там, так вот. Там же бывают еще такие как бы сеточки, вот, понимаешь? Я смотрю, Кристина верит в продукцию компании Apple. Конечно, и оправдывает ее всячески. Ты купила? Нет. Признавайся. Конечно, о стоимости нового айфона все прекрасно знают. Она зашкаливает. То есть устройство на 64 гигабайта памяти – это около 80 тысяч рублей. 256 гигабайт памяти – это больше 90 тысяч рублей. Но это в магазине, потому что перекупщики они продавали за гораздо большие деньги. Так вот, картинка следующая. Когда у тебя упал телефон по цене почки. И, собственно, это почка в шляпе, моя остановочка. Вот. По поводу почек, кстати, шутили очень много. Еще вернемся к этой теме. И когда выходит каждый iPhone, мне кажется, это просто шутки, которые никогда не закончатся. Так ладно продам бы... почку, продам еще что-то. Ладно бы, если бы это были только шутки. В Китае такая практика очень распространена. Молодые люди действительно очень часто расстаются с почкой. Ну, две, можно, в общем, одной поделиться, почему бы и нет. Еще одна особенность. 10-й iPhone был презентован тогда же, когда были презентованы 8 и 8 плюс, да, и, собственно, такое было сообщение, получается, iPhone 8 устарел прямо на презентации, на которой был анонсирован, потрясающе. Обидно тем, кто купил восьмерку, но в Тюмени же у нас не было очередей. В Тюмени, насколько я знаю, ажиотаж. А его завезли к нам? Да. Я-то вот не следил за этим. Его завезли, но как бы очередь не выстроилась. Мне кажется, это лишний раз говорит о нашем регионе как о каком-то благополучном, несуетливом. Мы гораздо, знаете, нам гораздо лучше выждать какое-то время, да, когда вот эта вся спесь спадет, да, совершенно спокойно прийти в магазин, отдать лишние 80 тысяч. Может, мы ошибаемся, просто решили подкопить немного. Кристина, на этот вопрос ты сама себе можешь дать ответ. У тебя какой? Седьмой? Седьмой, да. Уже устаревший. Хорошо, что ты не успела купить восьмой. Опять же, возвращаемся к Face ID, да, определение разблокировки по лицу. Вот картинка, где мужчина с фингалом. Доктор, когда я смогу разблокировать свой iPhone? И доктор, собственно, говорит, через неделю. Значит, и опять же, возвращаемся к почкам. Знаете, за что я действительно люблю Apple? Каждая их презентация дарит людям с больными почками шанс быстрее получить донорские органы. Вот. Мы все прекрасно знаем, что девушки очень часто любят копаться в мобильных телефонах своих молодых людей. Это
Это правда? Это правда? Нет. Нет? Вам все врут. Нет такого. Вот. Ну, именно поэтому молодые люди любят как-то ставить блокировки, конечно. А теперь, как опять же пошутили в интернете по этому поводу, теперь твоя подруга просто ночью подносит твой телефон к твоему лицу, и все. Apple, а не слишком ли это просто? Это очень удобно. Я смотрю, Кристина довольна, да, и все больше и больше влюбляется в продукты компании. Мужики, не берем десятку. Ни в коем случае, не наш вариант. Ну и, конечно же, еще одна из особенностей этого телефона, то, что наконец-то можно с помощью своего лица, да, анимировать эмоджи. Вот те самые вот эти смайлики и так далее. Точно, да-да-да. То есть вот что делаешь ты, то и начинает делать эмоджи. Ну и картинка по этому поводу. Одна из самых распространенных эмоджи – это какашка. Простите. Можно говорить такое слово в эфире? Вот. И уже можно. Уже можно. И вот именно, собственно, по этому поводу отшутились на следующей картинке. Твое лицо, когда узнал ценник на iPhone 10. На этой неделе вообще только iPhone обсуждали, да? Да. Просто других тем особо не наблюдалось. Да и к чему? Это большая тема, которая будоражит весь мир. Данил, спасибо большое, это было интересно, это было познавательно, ну, конечно, весело. Спасибо вам большое за то, что пригласили.